Так, бля, эта игра меня доконает, сука. Прошел чуть-чуть туда дальше и застрял нахуй в текстурах. Родан? И опять мне эту хуйню слушать. Ну, наконец-то. Ладно, пизду. Короче, она там за какие-то ключи говорила. Что я являюсь каким-то ключом. Родан вообще нахуй не понимает, что происходит. Родан, у тебя нет другого выхода, если ты хочешь остаться живых. К тому же, если бы не я, тебя давно бы уже оказался в руках Зиновского. Пойми, сейчас все силы брошены на твою поимку, и я уверен, что они хотят за тебя живым. За твою голову назначено очень крупное вознаграждение. К тому же, авторитеты на свалке подозревают тебя в убийстве лорда. Выбирайся оттуда и будь осторожен. Встречающие друзья могут оказаться... Вчерашние друзья могут оказаться врагами. Короче, меня хотят поймать, да? Я являюсь ключом к какой-то хуйне. Который мы пока не понимаем. Это я говорил в предыдущем записи видео. Я буду совмещать. Ну, то есть так карабахнуто. Буду совмещать, да, вот эти пазлы видео. То есть в одно нормальное. Но некоторые реплики будут, соответственно, упущены. И мне не нравится еще следующая хуйня. Я со своего сохранения меня выкидывают, если я иду в следующую главу. И тем самым, получается, вот мы уже два ДНК проебали. Ну, конечно, мы их, наверное, никогда не соберем с таким темпом. А вот это, конечно, неприятно, если честно. Ну, там я застрял, вот здесь. Вот новая серия, которую мы выучили. Вот это где урон, я понимаю. Вот тут я застрял, я расхуярил бочки, вот тут игра вылетела. Ну не вылетела, так, держать спейс, лево прав. Не вылетела, я застрял в текстурах, провалился вниз и умер, и игра вылетела. А, подожди. Тихо. Как-то это не помогает. Ну это с зажатым пробелом, да, получается? Нет. Или да. Не, ну сабля наша, конечно, будь здоров. Ага, вот проходик вниз освободился. Это нам по миссии туда надо или... Подожди, давай тут осмотримся. Блять, неприятно, конечно, то, что ты покупаешь игру в Steam, она такая багнутая. Причем она стоит, ну, нормально. Не 5 копеек. Ага, обреза у нас нету, да, ну потому что мы же не со своей записи стартанули. Гамно. Так, ну все, поехали тогда дальше. Серьезно? Да, у него урон такой же самый, да, как у обреза. Но это усложнит игру тем, что у тебя максимальный запас здоровья не тот, который должен быть. Но нихера не поделать. Для чего мне вот это вот было разбивать, интересно? Так, игра сохранена. Смысла выцеливаться, походу.
сильно грохуй на разброс. А как мне его пушечку взять? Никак, видимо. Видимо, да. Тут тоже нам особо опции не дают. Ага, ну есть и другие, да, сразу? Петрова придуман. О, муху. Сначала дальних убить. Нравится, суки. Не, давай дробыш потратим, потом возьмем моху. Меня сейчас так ушатают, блядь. Ой-ой, это нехорошо. У нас же есть еще энергоударчик, как он называется. А, смотри, они застряли. Неприятно, да, пацаны? Интересно, конечно. Игра ломается на каждом шагу. А ну-ка, бля. Я думал, проходец какой-то откроется. А, ну нихера не произошло. Думал, сейчас секреточку какую-то ухватим. Или это мы типа туда дальше должны туда прийти? Ну и пошли бы в жопу. Так, где у нас? Вот, суки, я думал, что нашли уже секреточку. Не, она не дает, заблочена. А, блядь, прикольно. Я ж чувствую, что где-то что-то должно быть. Надо успеть в этой главе третью найти, да, еще. Сейчас, сука, мы опять провалимся в текстуры, я чувствую. А вот уже и текстуры. Не, надо спрыгивать. Сейчас реально забочинимся. Ну тогда ж там должны были хоть враги респавниться наверху, не? Еще одна секреточка. Как-то прям рядом. Ебать! Нихуя себе. Это тут было или за стеной? Это ебануло сейчас. Ёбая. Это было бодренько, конечно. Тихо. Тихо. Серию давай. Поехали. Ха-ха-ха.
окружении нельзя стоять. Слишком много снимает. Ту, блядь. Забываю, у меня есть тут спецприем, блин, на шип. А надо не забывать. Блять, руины какие-то. Ух ты, ух ты, ух ты, бля. Ну нельзя ж так снайперкой мазать, блять, там так патронов. Практически нет. О, ладно, сейчас подберем у них зверобой опять какой-нибудь. Чего нахуй? Какой танк, блять? Пошел ты в жопу. Какой еще танк, твою мать? Да падай, ублюдок уже. Какой танк? Мне его чем валить нахуй? Типа я запрятался, да? Жестко пронесло. Я хотел, чтобы он у своих завалил, но мне сейчас дико повезло, конечно. Бля, давай медицин прихаваем. Что-то я не хочу отлетать. Посмотреть, какой у него. Так, ну где-то раз в 5-7 секунд, да? Раз в 5, пожалуй. Если не чаще. Ну, он вроде косой. Ну, походу, если попадет. Мало вряд ли покажется. Так, ну тут секреточек пока никаких нету, да? Заработаешь патрончик? Не можем, да. Вот это было, блядь, метко. Куда ж мне идти, твою мать? Кажется, понял. Он как будто быстрее стрелять начал, нет? Тут, блядь, кто здесь, да? Плазма. Это, наверное, танк. Чем можно завалить, я так понимаю.
Снаряды к плазме. 6. О, тут уже поприятнее. А ну то где ты, сучонок? Давай тут сначала заборешку эту скроем. Сука, сейчас будет вылет игры, твою мать. А у нас... Подожди. А все получается, да? Это игра не на 100% пройдена. А как же мне, блядь, дальше продолжать туда играть? Ух ты, ебать нахуй. Просто следующую главу мы уже не сможем поиграть, походу. Это, блядь, печально. Ага, все-таки можно, да, его? Да, его ж назад относит. Не под прямым огнем все-таки можно стоять. А, нахуй. Блин, ну боевочка все равно прикольно сделана, мне нравится. Серьезно? Я то-то хотел пропустить. Нет, нет, нет. Ну если тогда у нас столько патронов. Блин, еле тащится с ней. Сколько ж она весит? Ебать, ты шо, идиот? Под себя стрельну, что ли? Па. Ну-ка по пульке вот так раздал. И все. Давай медицину ходить собирать. Ракетница была бы сейчас не лишней, по-моему. Падай, блядь. О, а ну давай прохватываем. Ну, блядь, нормально увеличивает. Красиво. Я попаду в него. Вон еще ребятки идут.
Так, все, ракетница пускай тут лежит. Ну, что-то тут хотел проверить. Ага, ну вроде дают сюда. Ну, медицина есть. Моха, гром. Гром? Или мне показалось? Так, давай бери ракетницу. Так, ну одно ДНК мы нашли, значит. Значит. По идее уже быть второго... Ну или еще одного быть не должно. Тогда пробуем сюда залезть. Ага. Не залезет он туда, я понял. Ну, наверное, и нельзя. Блять, надо ли нам бета-плазму? Ну хотя у нас, сука, пул заряда. Повалено. Жалко выкидывают. Я так понимаю, 10-1 это максимальный заряд. Родан. Блять, я думал, это бы это. Оказывается, есть общий знакомый. Здесь его называют Дырявым. Думал, это Миносенс, а мне все обосрался. Дырявый? Неуловимый сукин сын. Ему удалось таки связаться с Большой Землей. Интересно, как? Это длинная история. Уверена, он сам расскажет ее. Ладно. Если тебе доверяет Дырявый, есть смысл прислушаться к твоим словам. Где мне его искать? Дырявый ждет тебя возле бывшего входа в метро. Дырявый. Я сброшу на КПК его координаты. Но будь осторожен, Родан. Похоже, там полно наемников. Постарайся не поднимать много шума. Ну, не поднимать много шума, это не про меня. Так, ну и все, да? Сейчас мы тут хотелось бы взять обрезик. Во, обрез мы. Сейчас, наверное, больше нравится. Блять, он как будто прям где-то здесь рядом слева был. Возле меня. Выходи, сучка. Ладно, можешь не выходить. Чего, блять? Ну заебись, ну заебись. Хорошо, продолжить игру. Не, ну с последней контрольной точки нормально. Это допустимо. Хера не видно, блядь. Тут нахуй опасность ракетница рассекать. Выкинь ее нахуй. Я в жопу эту ракетницу, короче. А вот тут как будто бы она и нужна, да? Но против этих чудовищ не сильно эффективно. Ну как, если бы хотя бы без пауков еще ок, но с пауками. Только себя заебашишь, блядь, быстрее.
Пошли на. Еще и выжил говно. А эта машина не хочет переворачиваться. Пять потрошек, да, осталось? Не, пизду, это сильно долго, не хочу. Вот этим было, наверное, эффективно, так как у меня дробовик. Плазм. О, троллейбас, да? Прикольно. А ну все, вот прикольно заряд. Пошел ты нахер, блядь. Проебантус. Так, ну вроде бы все. Да я не могу залезть зайти. Опа, медицин в багажнике. А, патроны максимум, да? Ладно. Ебать, что это? Не дает уйти, сука. Ебучку, да, типа открыл? Или нет? Что-то у него как-то не значили. А, да. Ай, блин, типа. Дробаша бы ему просто. Я тут вонючий. Так, ну вроде вырубил. Держать вниз. Ух ты, блядь, нахуй. Нормально. Черт, это ты. Я думал, тут и лягу. Что случилось? Сам видишь, нарвался на червя.
Хорошо, хоть не угодил в самое логово. Давай помогу. Все нормально? Да, царапины. До свадьбы заживет. Слушай, как тебе эта барышня? Елена целый час мне мозги парила о твоей великой миссии. Сдается мне, она на тебя запала. Понятия не имею ни о какой миссии. Она сказала, что знает о моем прошлом. Вполне возможно. И она знает, как нам отсюда выбраться, приятель. Но для начала нужно найти ключи. Что за история с ключами? Ну, дружище, это же старая как мир легенда. 6 энергоключей, которые должны закрыть дыру. Оказывается, Железный Лорд имел к ним доступ. Потом взрыв все изменил. Я точно знаю, что один из ключей находится у Марка. Еще один каким-то образом попал к Зеленому. А остальные? Пока неизвестно. Но Елена ищет, а она знает свое дело. А наш путь лежит к Марку. Кстати, это Марк организовал взрыв, от которого погибли лорды. Да? Да. После сходки он опять пытался меня убить. Я догадывался. Как раз будет повод поквитаться. Нам нужно спешить, Родан. Зиновский также ищет ключи. Здесь недалеко пришвартован транспорт, достаточно быстрый, чтобы убраться отсюда ко всем чертям. Я, Родан, опять ходил к переходу смерти. О, даже не вылетела игра. Очень жуткое место. Автоматические турели постоянно пока в движении. Еще. То тут, то там слышны очереди, уничтожающие все живое. Горы, горы всякой мертвой нечисти. Там такие огромные стальные ковши. Если трупа становится слишком много, включается механизм, и всю эту дрянь отодвигают от стен. Вонь стоит ужасно. Короче, в очередной раз я разочаровался. Пробраться за стену не удастся. Уж больно там все надежно обустроено. Но на обратном пути встретил я обоз. Представляешь? Несколько броневиков и сотни две вооруженных до зубов солдат. Не хотелось мне вставать у них на пути. Двинул я через Вишенские склады на восток. А вот там-то и познакомился с Еленой. Она рассказала, что обоз этот непростой. А приехал он по твою душу, Родан. Кстати, в здании, откуда я вытащил тебя полуживого после взрыва, я нашел некоторые записи Железного Лорда. Возьми их. Возможно, это поможет тебе кое-что вспомнить. В любом случае, Железному Лорду ты был как сын. И эти записи принадлежат тебе. А чё как сын? Щипать, игра не вылетела, прикинь. Приколи тему, да? Приятно. Так, не, ну воду мы не можем безунуться. Хуя себе. А, будет вам помогать, серьезно? На него не агрится, я понял. Да, ну зончик тут, конечно, бодренький. Базару нет. Ух ты, нихерась, блядь, дайте мне музыку. Вообще просто топовая музыка. А нет, они агрятся все-таки мне. Я сам не справлюсь, Родан, помоги мне! Да не, блядь, не пизди нахуй, я троих уложил, пока ты там дрочил. Ну то шарами ебашь.
А, тут все-таки может приседать. Ёб твою мать. Хоть в третьей главе узнали об этом. Будем иметь в виду, да, медицина тут лежит, а мы больше трех взять не можем. Окей. А. Вот этот вид. Не от первого лица. Могут? Ебать, его убить могут. Я его не могу хотя бы почикать. А его-то убить могут, блять. Игра сохранена. А вон этот сучонок бежит. Ага, ну он как-то восстанавливает себя, да, какой? Да, он умеет восстанавливать. А, тогда похуй. Хуёть, регенерация хп, ничего себе, блядь. Живучий. Ох ты, ёпта. Миссия провалена, ваш напарник крякнул. Как это я не уследил за его хп-то? Я вообще не смотрел сейчас, наверное. Бля, ну удочка на огонь вообще. Не, ну один на один он вроде должен запиздить его. А, вот, блядь, это... Что это нахуй? Ну, заебись, просто охуенно, блядь. Давай тогда вот так делать, да? Можем мы наебать игру чуть-чуть? Можем. Блядь, а что это за мощный хуй такой? Бануться, блять, обойму считаю засадил бан, он еще на ногах. А ну... Да, мы можем его дамажить, ебать, охуеть. И как же ему можем помочь хорошо. Кажется, я знаю как. Вот так вот нахуй. Вот так вот. Раз. Если начинаются понты, сразу shift нажимаешь. Shift-то я его не дамажу. Ну все, теперь я действительно зол. Где-то я уже это слышал. Это же реплики с Warcraft. А, теперь я мертв. Слушай, да это ебать не самая легкая миссия. Теперь ля, это реплика тут серьезно. Пум-пум-пум-пум-пум. Блять, а у нас и на обрезе, да, там пару патронов осталось. Ладно.
А он за нами может идти или нет? А он и идет за нами. Давай, может, тут быть. А вот и мы на обрезик подобрали патрончик. Так, ну с одним, я думаю, можно справиться. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Блядь, нельзя мне... Нельзя с ним стоять рядом и махать его. Зачикаю. Да блядь, съебались мы. Плохо, что я его не хилю. Ваш напарник мертв. Ебанутая миссия, нахуй. Слушай, это будет непросто, нахуй, я чувствую. Прикольно. Даже так уже стала выходить собака такая. Хорошо, давай мы тогда сделаем по-другому. Войд. Я уже не помню, где мы обрез скидывали. Где-то аж вот тут, нахуй. И то, если он сохранился, непонятно. Зверобой. Где-то тут мы его скидывали, но его уже сейчас... Его сейчас я уже не вижу. Не, ну главное, что автоматы посохранялись, да? Ладно, хотя бы войд, окей. Мне почему-то казалось, что мы вообще его тут скинули. Нет, значит, не показалось, а мы его и правда тут скинули. Все, еще тайфуловый у нас этот есть. Думаю, с этим должно быть попроще. Но это не точно. Я даже не знаю, где выгоднее стать. Поехали. Есть. Да, он, видишь, он, блядь, шотает прям. Будь здоров, нахуй. Давай, блядь. Кто там, сука, следующий? Принимаем сразу. Одним он должен разбираться. А чё ты застрял? Ох, нихуя себе. Это он меня байтил, я понял. Не-не-не-не-не-не-не. Ебать, да они... Нет числа. Ай. Ну да, с меча вообще тут не варик драться. Серьезно? Нормально так и тут. Держать вперед. Новая комбо какой-то. А ну-ка. Угу. Да, действительно. О, пополнили. Не, обрез тема вообще. Обрез вообще тема. Готовченко.
конечно, нечестно, мув. Перекидываешь, и потом подходишь, его просто добиваешь. Я уже говорил об этом, но я не знаю, вошло ли это в какой-то из записи или нет. Все, он положил, да, Иван? Хорош, моя школа. Вот одно ДНК мы подобрали. Есть ли какой-то смысл от него, не знаю. Хотя, если игра вот так будет продолжаться с этой записи, да? Чего не было до этого всего. Это было бы неплохо. Блин, хреново, конечно, что оно пахнет. Игра сохранена. Не понял, а почему музычка топит? Ой, блядь, нога замлела. А где этот паренек? Кто его? Котелок торчит там или нет? Да. Ебать, что это? Ага, охуеть. Тогда понятно, что он там стал. Ракетная установка бы нам сейчас не повредила. Хуя себе, блядь. Не, нельзя. Да уходи. Нельзя с ней стоять, бычить. Надо отходить. Я думал Хталова стоять с ней перестреливаться, но это хуёвая идея. Это очень плохая идея. Чувак, ты бы хоть курсанул впереди, пиздорез. Штребана не пришили сейчас. Чё ты как-то до хрена. Плазму. Ага, ну водичку нам дает, да, зайти? Значит, возможно, тут не все так просто. Давай, 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 давай. Охуеть.
Прочекал, да, обстановочку нормально. Кому там, блядь, хана нахуй? Уворачиваться тут все-таки, я думаю, стоящее мероприятие. А ну-ка, погоди-ка. Ага, хер раз два, блядь. Все равно мне непонятно, может все-таки наверх можно залезть. Вот тут мы взорвали где-то бочечку. Вот тут он. Нет, мы это мы еще не взорвали. А ну отойди, дружище. И хуля. Залезть это нам все равно никак не позволяет. Правильно или нет? Давай с пистолета еще, если нет, то туда, скорее всего, нельзя. Не хочет. Ладно, идем тогда дальше. А падает самолет. Сука, а мне... А мне все равно эта хуйня не дает покоя. По водичке не можем топнуть. Она не дает туда пройти по водичке. Суки, блядь, заебали нахуй. И жалко затратить на. Охуеть. Есть ли смысл его так вот вытрачивать пистолет? Интересно. Ну как будто бы даже попадает. Их двое, не, ну их нахер. Давай с ракетницей, блядь, загасим. Блядь, не вижу, вижу. Чего, куда ты, блядь, стреляешь, ёбаный в рот? Ага, ну да, я понял, тогда окей. Да, с ракетницей все ясно. Так вот, пиздец, ебать, я метки, это просто ужас.
Это просто пиздос. Так, ну давай постараемся не подъебнуться здесь. А тут просто ничего нету, прикинь. Я-то думал, тут ДНК где-то валяется. Ну, похожая локация и граффити. Как будто должно быть, но нет. Пошел ты нахуй, блядь. Почему сразу смерть? Ну, от, блядь, отреспавните, перекиньте меня куда-нибудь, да, на точку. О, блядь. Я церемониться нахуй сейчас не буду. Атакует он, блядь. Так, патрошки забрать. Уходим с линии огня. Они ебошат, да, все равно с такого даже расстояния. Ай! Так, есть, нейтрализовали. Секреточки, блядь. Шестистволкой также, да, по-моему, медленно перемещался. Просто думаю, если вот такие башенки будут дальше, то хотелось бы ракетницу с собой прихватить. Игра сохранена. Ага, ну да. Да ну ты серьезно. Ну, на вот этих парней тоже, я думаю, можно оставить. Так, еще есть там. Принимаем. Я, блядь, давай ебанемся этого. Не будем париться. Вставайте. А где второй? Ну, одного, походу, шотнуло конкретно. Так, я увидел деревянный заборчик. Не дает, да, нам туда? И по этим деревяшкам тоже пошли медицин возьмем.
Ага, вижу. Вижу. Есть. Второе ДНК. Еще бы третье, да? О. Так, ну, сюда, наверное, уже не стоит, я думаю. Идти. Сейчас вот эти ебанем пушечки. Охуеть, там сапли. Вот эту ебанем сначала. А, ну они в таком же порядке открываются. Ну да, с этого. С этого приятно их хуярить. А где мой, блин, напарник, черт возьми? Все, ладно, нафиг. Нет, не нафиг. Бери. Бери нахуй. Бах! Прям в него она попал. Один патрон остался, все, пень. Долго с ним ходить. Блять. Как-то немного обреза, да, осталось. Где мой напарник? Почему он со мной не идет? Ну его просто в разделе позвонить. Башенки, да? Блять, не могу серию эту сделать. Сбили. А тут она и есть. Опа. Полегче, полегче. Войд, да? Возьмем войд, значит. И плазма. А ну давай так сделаем. Получится или нет? Да. Все, больше я не вижу. С собой ее просто не тягать, я сейчас прикидываю, сколько с ней петлять, блин.
Давай на место зверобой заберем. Не, ну дробовик, он как-то, я не знаю, он в натуре, походу, слабее, чем дробь, чем, блядь, обрез, точнее. Секретная зона. За обрезом, падла, бежать. Отсюда вас ждать, можно увидеть секреточку. Блять, да что у меня то нога замлеет, то рука. Блять, ну он дохуя мимо, конечно. Укатывает. Еще одна плазма. Прям балуют ракетнич. Ага. Ну да, там крепкие пацаны идут. А вы втроем можете ходить или нет? Давай ему поможем. Что он как-то не справляется один. Обрез. Стрекоза. Ой, не, ну и нахуй, у нее разброс какой-то сумасшедший. Никогда с нее не попадешь куда надо. В упоре разве только что? Да, но опять же надо в голову попадать, даже в упоре, мне кажется, надо.